Ребят, всем привет, с вами снова Джонни, мы остановились на том моменте в Outlast, это пятая часть, на том моменте, где нашему главному герою отрезали безымянный палец на левой руке и указательный на правой, и это было на самом деле дико страшно и ужасно. Что опять происходит? Я пациент, а администратор, как он, как Трагер, но его лечили, он слишком жив. Его сны переполнены кошмарами Верники, лекарство слишком уж подействовало. Ой, я не хочу слушать эти кул стори прохладные, я хочу на выход. Скорее, быстрее, бежим, скорее, удираем. Лифт, кнопка. А вам нужно. Ага. Сюда не пройти. Мне до сих пор не хватает пальцев. Ребята, я не знаю, что делать. Серьезно. О, батарейка. Так, окей. Надо запомнить, что если вдруг какая-то паника и кипиш, в любой момент можно спрятаться под кроватью и выжить. Под любой. Чш, да заткнись. О, какой красавчик. Так, и куда теперь идти? Ну, дверь открылась, понятно. Но там я что-то ничего такого не заметил. Все-таки мне кажется, где-то там надо что-то поискать. Хотя, интересно, куда делся этот маньяк, который за нами бегал? А интересно, можно найти наши отрезанные пальцы? Ладно, пойдемте найдем что-нибудь. А, вот дверь. Она заперта. Окей. Да заткнись, правда, парень, серьезно, хватит, уже все, уже напугал. В этой стороне закрыто все. Есть идеи, ребята, ну-ка, подскажите мне, куда можно пройти? Ну, естественно, тут не пройти, там. А, все, вижу. Все, отлично, огонь. И вываливаемся сюда. Сразу отодвинем эту штуку, чтобы были пути отступления. Смотрите, как отвратительно отрезан криво палец. Это круто. Так, сюда. Ну, по-моему, здесь заколочено. Значит, не сюда. Так, что у нас тут? Снова толчок. И в нем ничего, к сожалению. А нам нужно найти какой-то ключ от лифта, что-то в этом духе. Какая-то бумажка, нельзя поднять опять. Где искать ключ? Ой-о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 й
куда идти.
Ладно. Фух. Я надеюсь... Что это за постоянные крики? Боже мой, это так отвратительно. Так, вставлю свеженькую батарею. А, это этот парень орёт, все понятно. Я надеюсь, что я двигаюсь в правильном направлении, потому что кровавые указатели потерялись совершенно. И постоянные вентиляции вроде как куда-то ведут. И в этой я, по-моему, не был. Надеюсь, все верно. Давайте ползем дальше. Три батарейки осталось. А, где же их искать еще? По дороге они вообще очень-очень редко встречаются. У этого толчка я, по-моему, был уже. А, нет, я открыл все двери. Что здесь? Какая-то записка. Давайте посмотрим, может, тут будет подсказка. От Дэвид Анапурна. Всем, кого это касается. Это третье прошение о переводе, которое я направляю после того, как не получил ответа на протяжении 2 месяцев. Я больше не хочу работать в Mount Massive. Я был санитаром всю свою жизнь, но никогда не сталкивался с подобным уровнем засекреченности и пренебрежения. У меня даже есть подозрение на серьезное злоупотребление в отношении некоторых пациентов. Я лично знаю 2, которых переместили в подвальное отделение, с тех пор их больше никто не видел. Если я не получу ответа на это письмо, то буду вынужден сложить в себя полномочия и, возможно, выйти на связь с представителями прессы. Спасибо, что уделили мне внимание. Ладно. Кстати, странно, что мы не отражаемся в зеркале. Пожалуй, это как-то очень-очень-очень-очень странно. Ладно, не суть. Идем дальше искать ключик. Так, попробуем. Может, сюда можно зайти? Да, действительно, можно сюда пройти. И вот он. А теперь я даже не представляю. Сука. Сука, куда бежать-то? Где выход? Чувак, прекрати! Серьезно, он... Все, он меня спалил? Где выход-то? Я где-то здесь спускался! А, я сейчас, наверное, опять умру. Я не помню, где выход, черт возьми. Бррр. Так, попробуем через общий коридор что-нибудь выловить. Лифт. Сразу? Внезапно удобно это оказалось. Я думал... Чувак, нет! Трясти, трясти! Что-нибудь выталкивать! Вот это было круто! Так, теперь как-нибудь... Во, я об этом подумал. Открыть шахту и выбраться бы в нее. И, ну, наверное, пройдем сюда. Кстати, странно, как он через целый этаж перебрался так очень быстро. Он же гнался за нами на верхнем этаже. А, не суть. В этой игре нет абсолютно какого-то логического смысла. Но здесь есть очень стрёмные моменты, которые мне кажутся дико крутыми.
Может, здесь в этой комнате будут батарейки? Потому что у меня осталось совсем мало. Может, в этой комнате будут батарейки? Так, мне кажется, вот эта дырка разбитая очень плохой знак. А, ну, дверь, конечно, закрыта. Ах, очень большой коридор. Мне уже стоит бояться. Слава богу, ты выжил. Я боялся, эти мирские маньяки испотрошат тебя. Как остальных, встретимся снаружи. Мы уже найти отца Мартина снаружи. А почему он... Ай, короче, все вопросы здесь просто вообще ни к чему. Фотик? Почему я не могу взять фотик? Может, там какие-нибудь важные фотографии? Давайте откроем толчки. Может, здесь будут батарейки, потому что... Очень-очень надо батареечек чуть-чуть. Ладно, не суть. Так, в этой стороне тупик. Оттуда мы пришли, значит, нам сюда. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Что у нас здесь? Что у нас? Мертвый чувак. Может, у него есть батарейки? Ага, снова какие-то документы. Давайте глянем. Чего у нас здесь интересного? Мистер Уолш, будьте добры немедленно освободить от должности санитара 531920 Дэвида Анапурну и приступить к его лечению в качестве пациента Маунт Мэсси в цели избавления от обвинительного бреда. Терапия следует продолжать до момента смерти. Спасибо, приятель. Рик Трагер, научное исследование Мерков. Ну, это немного вносит логику. Кстати, смотрите, действительно остаются кровавые следы за нашими шагами. Это очень прикольно. Батарейки где-нибудь, батареечки, батарюшечки, батарчики. Нет батареек. Нет, сюда не забраться. А вот сюда вполне можно. И все горит. Так, я даже не знаю. В принципе, здесь бы можно было бы... А, да, здесь и можно перепрыгнуть. Выключить систему пожаротушения. Ай-яй-яй-яй-яй, больно. А, это он разговаривает. Я думал, уже какие-то слюховые галлюцинации у нашего персонажа начались. Так, перепрыгнем тут. Так, и переберемся здесь. Почему нет батареек? Зацените отсутствие этих пальцев. Посмотрите. Ага, чуваки, это прям... Это хардкор, серьезно, вот это хардкор. Так, и здесь вроде ничего. Ну, пойдемте сюда далее, может, здесь находится этот с пожаротушением связанная лабудень. Опять нет батареек. Без батареек будет реально тяжко, ребят, прям. Очень-очень тяжко. Вот у меня есть ощущение, что где-то здесь... Должна быть хотя бы одна батарейка. Но я не вижу. Пока что ничего не вижу. Прикорнул что-то парень. А, новый документ. Что-то увидел? Не молчи. Нет ничего постыдного в факте расстройства, вызванного стрессом от соседства с душевно больными. Обратитесь к старшим сотрудникам, чтобы получить помощь консультанта по карьере... Корпоратив Мерков. Так, я поставлю сейчас новую батареечку. Надеюсь, я найду еще одну батарейку здесь. Нет, ничего нету. Ладно, будем двигаться дальше. По-моему, вот куда-то сюда. И там какая-то сетка. Возможно, ее надо вскрыть и залезть внутрь. Нет, дружище, нет, правда, не сюда.
А, нет, это просто дверь была. Так, идет сохранить. Снова какие-то адские душевнобольные крики. Давайте посмотрим, что здесь. Вода в системе отсутствует. Откройте две заслонки. Почему-то всего надо делать по две. Странно. Ой, я надеюсь, он меня не спалил. Ай, как я хочу, чтобы он меня не спалил, правда. Фу-ху-ху-ху. Вот от кого, от него я сейчас бегать вообще не хочу. Потому что он... Ну, такой он приставучий парень. Так, прачечная. Хуячная. Так, может, здесь находится один из этих переключателей. То есть, скорее всего, один здесь находится, а другой за тем самым парнем. Очевидно. О, блин, ребят. Опять батареек нету. Что за дела? А, да, вот одна заслонка. А теперь надо спрятаться где-нибудь в шкаф, потому что... Почему, поэтому самому надо спрятаться в шкаф. Не надо уже прятаться в шкаф, уже надо бежать куда-нибудь. Куда идти-то? Я здесь был? У меня есть ощущение, что я тут бывал уже. Наверное, да, я вот так вышел, да, вон он, этот парень. И мне надо теперь его обогнуть и пройти в ту сторону. По-моему, он меня услышал. Он меня услышал, я бегу. Опять прачечная, здесь я уже был. Закрывай! Нет, открывай! Беги! Беги, пожалуйста, беги, парень, серьезно. Вот так, вот сюда. Так, ощущение, что я тут тоже был. Очень близко. Нет, не трогай меня. Все. Валять. Нет. Все, иди отсюда. Нет. А вот второй. Ребята, это было очень страшно. Черт возьми. Теперь надо найти эту кнопку, которую я нашел вообще по случайности и должен был достать в пасль. Это моя тень была? А, да, моя тень. Опять он! Я не хочу от него бегать, он очень злой. Ребят, я не помню, куда идти. Так, здесь был первый. Окей. Надо к указателям добраться. А может... Вот указатели. К
Кафетерия, ванная, прачечная. Фух, вот он. И теперь обратно бегом. Выход. Как выбраться-то? Камеру шикарно заливает водой. Это дико круто. Как выбраться-то отсюда, бать, теперь? Надо добраться до той... вот. Это место горело, по-моему. И, наверное, сюда. О, боже мой! Трясу, пожалуйста! Отвали! Сучара. Ну, хотя бы он не захотел меня убить и даже прикрыл дверь за собой. Страшно. Очень-очень страшно. Так, что у нас тут? Наверное, надо будет спрыгнуть сюда. Или как-то вызвать лифт сюда. Я пока даже не рядом, не представляю. Но здесь есть дверь. И там ватки всякие, турунды. И еще одна дверь. Подсобка. Есть ли в ней батарейка? Ладно, в ней нет батареи. Ну, видимо, мы тут можем спрятаться. Где тут что-нибудь важное? Вот дверь какая-то. Окей, я ее не видел сначала. Очень хорошо. И мы выбрались к выходу. И как это сделать? Так. Окей. Вот, все, я вижу дорогу хотя бы. Фонтан. Молнии, это страшно, но они помогают разобраться немного. Хаули. Как ты до сих пор жив? Наверное, там было написано. Тут все закрыто. У меня одна батарейка. Это просто листик. У меня одна батарейка осталась. Что делать? Блять. Исчез. Че за нахер? Чё вообще за херня, бля? Так. Надо найти еще батарейку. Потому что у меня последняя осталась. Если я не найду батарейку, это будет конец полнейший. Для подшивки тема «Синяя птица. Специальное исследование». Первое общее описание проблемы. В последние несколько месяцев «Синяя птица» пытается выяснить... С помощью исследований, изучения и практики, может ли ВС, внушение во сне, ИГ, гипноз, принести пользу, применительно к специфике военных действий и стоящих впереди агентством задач? Если да, то какую именно? Прошу прощения. Возможно ли постгипнотический контроль над действиями человека вопреки его собственным нравственным ценностям? Можно ли гарантировать полную потерю памяти при любых обстоятельствах? Возможно ли трансформация человеческой личности? Как долго может продлиться подобный эффект? На каких принципах строится работа сонной машины? И... этот монитор. Батарейки, ребят, серьезно. Ни одной. Может, здесь? Серьезно, хотя бы... Вот. Одна батарейка. Одна батарейка уже хорошо. У меня полная камера и одна батарейка. Я вижу вот там какую-то дверь. Попробую без камеры просто добежать до нее. Она закрыта.
Эта дверь открывается ключом. Хорошо. Там вот еще что-то впереди светится. Забор. Фонарь. Сука, как же это страшно, ребята. Вообще полный ад. Здесь я был уже. Куда идти? Надо найти ключ теперь какой-то, видимо. Тут нет особой какой-то логики пользоваться камерой с ночным видением, потому что ни хрена не видно. Я вижу что-то красное. Видимо. Ну давай, молния, еще разок. Может быть сюда? Но мне кажется, это опять центральный вход. А, вот. Вот какой-то домик. Так, хорошо. Здесь есть батарейка. Спасибо. И ключ. Уже отлично. Значит, я на верном пути. И теперь появится, наверное, этот парень. Так, где-то я видел свет. А, вот-вот-вот-вот-вот. Сюда. И закрываю. И фух. Можно выдохнуть на секундочку. Давайте попробуем отыскать что-нибудь. Бля! Что это? Что это? Что это такое вообще, блядь, происходит, ребята? О, лестница. Ребята, блядь, что это было? Что это было? Что? Что это? Что это такое? Что это было-то? Я надеюсь, я на правильном пути. Ой-ой-ой. Не допрыгнул. Наверное, куда-то туда, через... Вообще не представляю. Я могу сейчас спрыгнуть... Вдруг окажется, что это лажа какая-то, я не туда иду. Еще батарейки. Это хорошо. Ну давайте спрыгнем туда. И узнаем, что же там. Так, здесь тупик. А, здесь какие-то коробки. И, видимо, стекло. Здесь... Что-то зажужжало дико. Дверка закрыта. Хорошо. А, вот, попробуем подняться обратно. Видимо, тут спрыгивать не надо было. А может, надо было? Кто его знает. Так, и да, появился проход дальше. Значит, все вроде как правильно. Попробуем. Попробую отключить камеру. Зарядить туда батареечку. Эй, я же начал. Ну давай. Все? Поставил? А, да, все полное. И теперь, наверное, надо прыгнуть на ту крышу. Я не допрыгнул. А может, туда не надо было прыгать. Может быть, вот так вот. Я надеюсь, мы начнем с этой крыши. И я попробую как-нибудь аккуратнее это сделать, либо... Окей, мы начали не с этой крыши. Что у нас тут? Радио какое-то. Ничего интересного. Окей. О. О, сука! А в тот раз он просто насквозь пролетел, типа, и отстал, а сейчас он еще решил меня потрогать немного. Так, теперь я помню, что на пути будет... Парень, сидящий на краю крыши, и там будет одна батарейка. Это хорошо. А то, что я не знаю, куда идти дальше, это плохо. Прыжок. Заберем у него батарейку. Так, и... Здесь...
Делаем прыжок сюда, чтобы не получить лишнего дамага. Что, в общем-то, у нас неплохо получается. Я уже начал запоминать местные достопримечательности. Так, здесь сейчас проходим далее. Выключу пока камеру. Так, добираемся сюда. Прыгать вниз нельзя, надо именно прыгнуть на крышу. У меня получается. А, ну теперь можно спрыгнуть вниз. Тут как раз коробки для этого стоят. И поднимаемся, наверное, наверх. И мы куда-то забрались. Снова проседает FPS. Нужно выбраться. Вот она, дверь. Она закрыта. Ой-ой-ой. Я вижу его духа. Так, эта дверь не открывается. Батарейки, может быть, нет. Так, я думаю, стоит зарядить сейчас перед всем кипишем каким-нибудь батарейку одну. Так, тут нет прохода. Вот здесь есть проход. Тут, видимо, какой-то... А, нет, вот что-то есть. Так, и... Попробую бежать к свету. Так, тут закрыто. К другому свету, мимо этого огромного парня. У меня вроде получается. Так, куда дальше? А, по парапету. Ну, пока можно отключить, наверное, камеру. Нет, на самом деле игрушка шикарна, ребят. Кто бы что ни говорил, игрушка реально шикарна. Я думаю, нам сейчас просто надо будет спрыгнуть вниз за забор, и мы окажемся за территорией психбольницы. Хер пойми. Наверное... Ну, я не знаю, как спрыгивать. Меня не учили. А. И что это за карта-то оказалась перед лицом? Куда идти дальше? Снова трупешник. Ребята, у вас есть идеи, куда двигаться дальше? Может быть, сюда? Фух, сука. Надо как-то... Давай, беги за мной, а я тебя оббегу и побегу туда. Новая цель. Найдите отца Мартина. Может, здесь? Так, тут закрыто. Может быть, я не отсюда пришел? Да, я отсюда пришел. Так, где... Опять батарейка садится. А, вот какой-то проход. Так, я вставлю батарейку. Отключу камеру, потому что тут вроде как все видно. Это немного пугает на самом деле. А, вот батарейка. Отлично. Так, что у нас тут? Да где он? Или... А, вот, все, вижу, как этот проход. А, вон он. Вон он. Пройдите через верхние этажи, чтобы догнать Мартина. Окей. Окей. Я пытаюсь. Фу, сука. О, кто-то опять идет за мной.
Чего же я так всем... Чего я так всем нужен? Я не хочу, не приеду. Тут заколочено. Может сюда? По крайней мере новая батарейка. Это уже отлично. Три батарейки, неплохой. Ой-ой-ой, ребята, ну верхний-то... Стой, стой, батарейки тут должны быть. А, ну ладно, новые документы, давайте почитаем еще чуть-чуть. Краткое введение в мифологию Вальридера. Для обслуживания персонала НИМ. Корпорация Мерков. Внимание, предназначено для ознакомительных целей, не следует вступать в непосредственный контакт с пациентами в период терапии и после нее. Вальридер, известный также как Альп, Мара или Шрат, является демонической тварью германского происхождения, истязающим спящих. Демон склоняется над спящим и выдавливает дыхание из его груди. Человек просыпается парализованным, ощущая ужас и удушье. Само слово «кошмар» произошло от имени Мара. Демон редко нападает сексуальными целями, хотя известны случаи, когда он пил молоко спящих женщин и высасывал кровь из сосков спящих мужчин. Звучит это как-то невоодушевляюще. И как мне добраться теперь доверху? Ладно, значит, не сюда. Это печально, на самом деле. Я надеялся, что туда. Тут очень много шкафов. Это плохо. Так, поставлю новую батарейку. И это немного облегчит ситуацию. Так, может быть, сюда? Снова сортир, ну... Нет времени рыскать, батареечек-то почти нету. Надо искать сразу... Так, фух, бля... Ты меня преследовать будешь? Он с палкой. Значит, он будет меня преследовать. Я в углу, заперт. Чувак, ну нет, ну блин, пройди мимо, ну не трогай, ну правда, ну не серьезно, ну пожалуй, ну нет, ну, блядь, ну. Батарейку трачу из-за тебя, ты понимаешь, ты стоишь в проходе, идиот. Чё ты следишь за мной? Окей. Ладно. Я-то думал, сейчас будет какая-то разборка, типа я нарвался на неприятности, а он просто пропустил меня, это очень мило с его стороны. Опять я добрался до этой лестницы. Здесь тупик. Да чё ты ходишь за мной? Прекрати, пожалуйста. Это пугает и напрягает. Здесь заперто, здесь я уже был. С этой стороны лестница на проход закрыт. А, вот лифт. Ну, вроде как мы его сломали уже, да? А, вот лестница. Ладно. Могу ли я допрыгнуть до туда? У меня есть... Маниакальная идея разбежаться, все-таки прыгнуть, может быть, эта идея проканает. Может быть... Хотя, может быть, это не так делается. Нет, я допрыгиваю. Значит, это делалось именно так. И тут открыто. Так, что дальше? Сюда. Как он так передвигается-то между этими всеми разрушенными местами? Как-то надо перебраться теперь на ту сторону. У меня... Я высосан уже...
плане всяких логических движений. Вот здесь провода. Для желобов прачечной нужны три предохранителя. Внутри ключик. Новые поиски. Наверное, в следующей части я начну все-таки искать эти предохранители. Ребята, спасибо большое за просмотр. Я напоминаю, мы играли в Outlast. Сделали небольшой такой прогресс в этой игрушке. Я думаю, ну, по моим ощущениям, наверное, осталось не так уж много. Я нашел еще две батарейки. По-моему, это отлично. В следующей части будем искать три предохранителя. И всем спасибо за просмотр. И всем удачи, ребят. Всем пока.